Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом вкусного зимнего салата. Я уверена, что этот салат первый уйдет из вашего новогоднего стола. Вкусный, простой и по-новогоднему красивый салат «Зимушка». Ну а пока я буду готовить, сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и подписывайтесь на мой канал. Для салата нам понадобится картофель 5 штук, яйца по рецепту 5 штук, у меня 7, потому что они мелковатые, и отварное филе курицы. Маринованный лучок. Вчера мариновала, рецепт есть в предыдущем видео. Для украшения зеленуха и зерна граната. Собирать салат буду вот в таком блюде. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перчик по вкусу. Первый слой картофель и сеточка майонеза. Затем куриное филе. Я порвала на волокна. Третий слой маринованный лук. И также сеточка майонеза. Теперь нужно желтки отделить от белков. Четвертый слой желтки потерла на мелкой терке. На этом этапе придаю нужную форму салату. И последний слой это белки. Я потерла на крупной терке. Салфеткой вытираю ободок блюда и начинаю украшать салат. Из веточек укропа формирую новогодний веночек. А вы знали, что новогодний венок – это семейный оберег, символ благополучия и достатка? И такой салат украсит любой новогодний стол. Посмотрите, какой салатик! Очень вкусный и нежный. Обязательно приготовьте. Я думаю, вы останетесь довольны.